красный круг. И начинаем линейку квестов про дейдрические артефакты. Всего будет 15 серий. Это будет просто... Ну, поняли. Мы будем собирать их, чтобы получить эту великую ачивку. Ачивка, ачивка. Слушайте. Слышите это слово? Оно просто гейское. Поэтому мы начинаем. Начинаем этот квест. Сейчас он... Извините, он должен начаться. Меридия презирает всякую нежить и принадлежит к числу немногих принцев Дэдэ, которые считают, что геи — это хорошо. Секси на магические эффекты, в том числе болезни и зачарования. Марк. Может, какую-нибудь девушку перед возвращением домой? Хотел ее убить. Он понравится моей сестре. Я спас. Здесь, в городе? Золото. Отмычка. Нордский мед от Рая. Изгои в городе! Всем разойтись. Стража Маргарта наводит порядок. Ага. Никаких изгоев здесь нет. Боги, он чуть не убил меня. Если бы не ты... Спасибо. Вот, держи. Я собиралась отвезти это сестре, но теперь хочу отдать тебе. Семь жизнь. Ты за почему нас напал? Нет. Не имею ни малейшего представления. Я просто выбирала кулон, чтобы подарить его сестре в имперском городе. Я слышала о них. Вроде они живут в холмах, нападают на путников и торговые караваны. Прости. Больше я ничего не знаю. Я просто путешествую. Приехала сюда и сиродила. До встречи. Боги, на женщину напали прямо на улице, у всех на глазах. С тобой все в порядке? Что произошло? Да, он меня чуть не убил, кто-то запытался, да. Изгой? Странно. Что ж, я надеюсь, что 8 хотя бы подарит тебе больше покоя в будущем. О, у тебя что-то выпало из кармана. Какая-то записка. По-моему, важная. Записка. Здесь там? Нет. Я просто вышел подышать свежим воздухом. Немного перебрал с медом в таверне «Серебряная кровь». Что это твоя записка? Что она значит? Моя? Нет, нет, это твоя записка. Должно быть, выпала из кармана. Ладно. Сейчас проверим, что-то на книги, записка. Сейчас проверим, что-то. Записку встретим, что там? Встретимся через танц. Заговор искупа. Но это потом. Все потом будет обычно. Сейчас подождите. И вот. Дайте-ка мне это ключ. Дальше мы разберемся. Иди своей дорогой. Стоять. Дальше мы разберемся. Иди своей дорогой. Так. Ждем. Тут. Ты же должен квест. Или я должен убить обязательно, я не знаю, или это никак не связано с этим квестом. Опа. Так. Подождите-ка. Вот растяпа. Я не уверен, но может для запуска квеста нужно, чтобы убили эту сучку? Или нихера? Думаю, нихера. Почему тогда не начинается? Так. Okay.
Так. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Так. Бери это говно собачье. Так. Руководство давай ко мне лучше. Сейчас мы все прочекали. Сейчас все будет. Так. Сушняк полный. Надо попить. Малакат, проклятое племя Уфадорки. Молок малого мурсов на улице Маркта, зона Сандара, Туранта, против пяти с ними обследовать подозрительный дом. Доме нового. Так вот, где он? Чувак, ты где? Это должно быть под вечер или когда? Ничего не подозреваю, такой ара-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и он такой здесь писос. Поэтому так, у меня есть, что к Азуре нужно сходить. Посетить храм Азуры, вот. Все так. Храм Азуры где? Вот, так, возле Винтерхолд. Сейчас мы посетим храм Азуры. Храм Азуры, так храм Азуры еще. Че потянется? Ой. О, хорошо. Так. Стираем это говнище. Идем к храму Азуры. Должны быть что-то эзотерические артефакты, ее мое находить. Эта ачивка должна быть выпад. Вот, уже виднеется, отлично. Но тут может быть очень много врагов, я уверен. Всяких снежных волков, моих любимых просто. Так. Ой. Так. Дорожка где-нибудь будет. Ладно, не почти волк. Так. Fuck you, bitch. Пацаны, что вы тут? И один хуже другого. Пещерный медведь. Это понятно, еще терпим. Но тролль. А, не. Что, шутите? Вы меня троллите, что ли? Тролль. Снежный тролль на легендарном. Я, блин. Спасибо, я лучше пойду Алдуина еще раз. Как вы? Пробовали.
Пещеру почти открыл, это хорошо. Пещера мне тут нахер не осталась. На мой хер. Так. Давай, оп. Что тут у нас? Давайте-ка. Неприметное убежище. Ну, реально неприметное убежище. Я даже поспорить не могу. Так, вон там оно. Во. Дорожку нашли. Спасибо. Так, все. Так. Все. Ого. Заметил. Меня волк не заметил, обоссаться. Вот это я могу это сказать, что достижение в жизни. Прикиньте, меня не заметил волк. Вот это реальное понимание. Скрытность. Все, осталось только это. Присев. Шкур давал в снежку. Так. О. Так, все. Вот это я вообще не знал даже. Дарья, как я. Я сам себе удивляюсь, как мафия говорит. Так. Сейчас. Азура предсказала твой приход, странник. Не любопытство, но сама судьба привела тебя сюда. Я не верю. Что это за место? Кто такая Азура? Это святилище было возведено данмерами. Когда наша земля корчилась в пламени и потоках лавы, пророчество Азуры привело нас в безопасное место. Она Даэдра, могущественное создание, что наблюдает за нами с иного уровня бытия. Она избрала тебя своим верным воином. Хорошо, что надо на Азуре. Ступай теперь в крепость, которой вода угрожает, но не касается. Внутри ты отыщешь эльфийского мага, способного самую яркую звезду сделать чернее ночи. Эти слова звучат загадкой, я знаю, но Азура не ошибается. Полагаю, крепость, о которой идет речь, это Винтерхолд. Спроси, знают ли они там эльфа-колдуна. Так. Сейчас давай, начинается новое задание. Черная звезда, вот. Вот здесь смерть, он здесь не имеет. Так, черная пусть звезда. Все, ща найдем. Ки укажут тебе путь. Так, ого, расхоможение, ну. Так, неплохо, кстати, поднялось. Так, сохраним, потому что я не видел, быстро сохраним. Ну, давай! Так, кто-то когда-то в коллеге был предметом гордости для жителей Интерхолла, она теперь боятся и презирают. Из-за чего? Просто так, да? Типа, ой, это же коллеги! Коллеги, чем выше ваш навык зачарования, понятно. Из-за чего я боюсь? Коллеги Винтерхолд, ну там всякие Гарри Поттеры делают что-то там. И что? Знаете, что у меня есть? Часы космос не такая голову потеряла мускула.
Оп-оп-оп, что-то меня потерял. Давай, стражник. Стражник был самый крутой. Они передо мной! Но... Вот так вот, видели? А чё, там можно на терфиске? На терфиске здесь лишь. На, я знаю, где он прям в этой таверне находится. Чё, куда он сядет? А, туда сел. Ну, и, ну иди туда и сиди. Даун. Да-да-да, буду идти прям в коллегу, чтобы себя замочить. Знаешь, кто-то мне нужен был. Пускай там свой стражник развлекается. Взял, присел в коллегу. Да. О. Это он. Мои дни в коллегии давно прошли. Кто тебя послал? Коллегия? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. А я такой, меня послал ожидаться. Ты служишь Даэдра? Ну-ну, смешно. Что дальше расскажешь? Историю про Аргонианскую деву и похотливого барона? Я не ищу. Не надо, успокойся. Я все тебе расскажу. Что тебе известно о камнях душ? Они... Камни душ почему? Давай не будем, они служат для очарования так. Ну я-то знаю. Да, только камень всегда поглощается. Они хрупкие. Все, кроме одного. Звезда Азуры. Это эдрический артефакт, способный пропустить сквозь себя сколь угодно много душ. Некоторые из нас захотели понять, как такое возможно. Я тогда работал под началом Мейлена Варена. Если бы только мы знали в ту пору, что он на самом деле задумал. Что сделал Мейлин? Мейлин хотел изменить звезду. Он умирал от недуга. Он думал, что сможет поместить свою душу вовнутрь, стать бессмертным. Это свело его с ума. Ученики начали умирать. В конце концов, коллегия исключила его из своих рядов. Он забрал нескольких верных последователей и скрылся с ними в глубинах Иллиналта. Послушай, мне нет дела до того, кто поручил тебе найти звезду. Но не возвращай ее Азуре. Хорошо. Даэдра — это зло. Это они свели Мейлина с ума. Ладно. Хорошо. Вот. Я тебя послушаю тогда, дай-ка я продумаю пачку. Не нравятся мне твои глаза. Да, если тебе будет что-нибудь нужно, просто дай мне знать. Ну, хорошо. Маги живут в коллегии. Расспроси их, если тебя туда пустят. Кстати, на Лосару что-то может быть известно. В коллегии он состоял давно, а теперь снимает комнату здесь. Все по носу, кстати. Ага, вот. Ну давай, давай поговорим. На все твои вопросы ответы уже даны. Что еще тебе нужно? Только зря лишнюю метку взял. Ну ладно, пускай будет лишняя метка. Ой. Да, блин. Надо вот помыть сходить после этого. Ой. Надо поговорить. Надо мне с кем говорить. Мне нужно в глубины Ил. О, там пещера рядом есть. Блин, я бы с радостью тебе помочил, но у нас необычная серия. У нас она необычная. У нас так ни о чем, она нас поставит. Огромная получится. Но ты вообще портишь дракона, понимаешь? Если я тебя еще убью, ну это разорстянется на минут 5, 6, 7. Как я только дрочу дракона, пускай бы дрочу дракона. Не знаю, почему я так сказал. Нормально.
Сейчас будет снежный этот вот медведь, поэтому просто в сторону. Давай уж быстрее. Дайте мне выполнить квесты. О, я даже прям вижу врагов, и теперь они не близко. Логика Скуримчика, Скуримчика. Кинара — это богиня воздуха, ветра и неба, посвященный храм находится в этом. Я думал, там Талос. Талос. Его побери. Так, сейчас. О, там еще какие-то камни. А черная звезда, она вроде может в любых попадаться в сундуках. Она как эта путеводная эта звезда Азуры, которая у меня тоже есть. Это тоже электрический артефакт. Надо будет потом выполнить его. Я мог его сразу выполнять. Вот, глубины и вина. Или да. Так, тихо. Там камни-хранители. Мы должны камнем хранить. Ну это ж камень-хранитель, ну грех не сходить, простите. Поплаваем за то одно дно, просмотрим. Днище, как тут на днище живется у нас? Я похожу. Где? Страх! Так, камень-леди. Так, а что он дает? Активировать. Он может не активировать. Так во, максимальный знак обряди быстрее становится здоровье и запас сил. И это все. Все, дай ввысь. Попочку поджали, плывем. А он так с расслабленным плывет, а не за ним тонкая рыба. Так. Выходи, убегай. Весь поту. Уровень 33. 3-3. Ой, прибыляю, что-то катить. О, скелетик. Красивый такой. С вами. Оп. Так. Ни хера нету. Ничего. Ни хера. Неплохо. Нравится дроп. Ого. Кто-то должен быть уже. Скелет. Так, ну скелет подождет. А, еще не только скелет, еще какая-то сучка. Город камня. Мне нравится название, я возьму. Темнейшая тьма тоже мне нравится название. Свет мне брать. Так, ладно, катастрофу они. Главное все это. Такой хоп. Опс. Что это было? Это вам показалось. Скелет не запалит меня. Пиздик. Нервничаю, видимо. Нервы! О! Собрать кровь! Человеческое сердце, крепкое зелье, древочные магии. Вот это неплохо. Вот. Я знаю, что это у них. На свету меня палят. Хопа. Вот сюда вот идти. Во, давай. Оп. Ну, почти.
Нужно просто... Ну, что? Ну... Вася, кому ты тут гонишь? Заметил. Давай. Побежи, побежи. О! Все, так-то лучше. Что тут у нас? О! Тут у вас... О, светло слишком. Два уже мага. Не. О! Чик. Хитман. Так. В Хитмана, значит, поиграем, да? О. Умер. Так, чё тут у нас? Лососиная. Короче, ножки. Лососиная. Так, зла крыса. Невидимость, чеснок. Так. Фазанчик. О. Вы видите фазан. О. А нет, его в игре. Печально. Горшок. Горшка уже давно нет. А скорее. Тешит нас надежда. Так. Что это было? Понятия не имею. А ты новичок. Оп. О. Минус один. Морозная соль. А где же твоя подруга? А? Нету, и тебя тоже нет. Чё-то такие легкие парни. Чё-то яйцо. Чё-то картофель, всё стейк. Но не пропадает же добру. Они же все равно уже все. Тут никто уже не... Гоняга, никто уже заберем. Все, ну. Добру что пропадает. Все ж мы. А вот грешить не хорошо, и да, вообще просто пропадет зря, ну, блять. Так. Опс. Оп. А это уже некромант просто. Это вам не шутки. Ну почему он на свет уходит? Некромант, конечно, неплох. Как дубовая плоть. Когда я уже смогу воровать это бутилирование. Ой! Что-то плохо. Полегче. Понимаешь? А некромаг, понимаешь, тут такое дело. Тебе показалось. Понимаешь, иногда кажется, что тебе кто-то бьет по спине, по горбу твоему кинжалом. Вот так вот. Теперь все хорошо. Офис кинжал нас будет. Да. Вот так бы сразу, понимаете? О, видно, стрелы появились. Вот так бы сразу. Так, буфет, что в буфете? Ага, тут лад. Мы уже читали. Жир тролля. Серп. И вот если бы серпом можно было подраться, я бы так серпом тебе в спину. Серпом в спину — это же лучше, что может быть нападение. Какие тут казаны. Бесконечное количество казанов собрать. Разных форм, размеров.
реально казаны здоровые, маленькие есть. Надо будет дома сложить. Все коррекция. Ой, нехорошо сохранился. Оп. Рецепт по малого разрушения. Вот это, блин, неплохой бонус. Козья шкура, крупный камень, скула камень. Другие ничего. Надо забрать. Там присутствуют еще слова обливион, а я задрочу, я просто обожаю обливион. Казан мой. Никого тут нет. Так, урочные магии. Так, спаги. Так, о, огненное. Получие череп дрона. Буфет. Ага. О, можно снять. Ученик. Сейчас проверим, что они там прячут. Какие тайны всякие у них там. Какие у вас могут быть тайны от меня? От Давакина. Ой, засранка. Оп. О, еще ваш спальня. Магия, все про магию. Магия, магия, магия. Так, кроватка, что там сундуки? Золото, ой. Золото так могли бы не закрывать. Снежные ягоды, слабые зелья, практика собранных отрядов. Так, навыки буру, так хорошо назвали. Амулет королей. А у меня, наверное, уже есть. Я возьму еще. Амулет королей — это же из Обливиона. Насколько я помню. Ой, чуваки. Ты что-нибудь? Выше некромант. Ой-ой-ой. Это не-не-не-не-не. Выше некромант. Это вам не шутки. Поэтому оружие. Стрела. Лук. Выше это, блин. Выше. О, молодец. Так. Еще нет. Сохраняемся. Оп. 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 Еще тут есть обычный камень. Чуть куда-то пошли просто. Скелеты, ладно, сундук. Что там в сундуке? Вот черный камень души. О-о-о. Так.
Могу как бы я вас обойти стороной просто. Мисс. Что это было? Да ладно. Ничего. Ты какая-то. Что это было? Педик. Нашел мне педик. А? Да, не, это уже. Пишу на курке хоп. О, все, пошла. Пошла опять сюда. Вот. Скелетов минус. А ты выше некромат, иди там отдыхай. Вот тебя оставлю уже. Ты нормально. Так. Оп, закрываем дверь. Все. Все, воды и реально все. Ага. Я просто вышел, да? Или нет, или я куда надо пошел? Просто у меня же две метки. Одна на квест, а другая шуб. Тебе нужны новые души. Не последняя все. Умерла до того, как ее удалось заполучить. Мы не можем так быстро забрать еще одного крестьянина с поверхности. Я приказала тебе все тщательно подготовить. Кого-то уже обсуждают, какие жестокие. Чеснок. Так. Что-то у вас неплохо, у вас скажу. Богатые парни. Так, танцы в огне. Так, все. Так, ну какие там? Сколько мне душ? Чпрей, так. Кто ты? Новичок, ты? Ученик. Новичок, минус один. Ученик. Да, мочил все время труп. Сразу. Так, ладно, новичка я могу убить сразу. Что это было? Куда он делся? Он куда-то улетел вообще. Так. Стеклянный лук. Так, давай-ка. Видеть там. Оп. Случайно. Оп. Вот так-то лучше. Вот так-то лучше, так бы всегда. Так бы всегда совсем. Ну, только вы хороший. Портаблин обязательно. Сколько мне душ, бесполезная гермон. Так, вот это вот. Крохненько мне душ, менее бесполезная гермон. Так, книга до этого. Харлинг шейк у них там тут. О! Высокого эльфа есть. Это хорошо. Пополняем коллекцию. Так просто, видите, играя. Собираем еще на один эдрический артефакт. О! Адепт. Тут можно повышать взлом. Повысили.
сейчас чудит. Да, только если бы был дурчок, что вы можете сделать. Так. Почти же, сучка, я заметил, сученька. Плохая. Он замахнулся уже, не? Вот так. Как ножевели, хотя не настоящего ножевели. На, не щадить их, бить со всей силы, а ведь их чуть погладить. Такой добрый, простите. Ну, это весь я, в этом весь я, простите. Добрая моя душа. Опа. Вам не фломастер, поэтому стеклянный лук и просто наяриваем. На. Еще одна душа для господина. Так, а ты чай не хочешь? Да, ты такой, что ты слепой. Поэтому придется себя мочить с лука. Просто я настолько ленивый, что даже с лука, блин, просто его долго довольно-таки мочить. Еще одна душа для господина. Да-да-да. Вот это мастер, поняли? А? Мастер. Жалко, что ты еще не зрячий. Слепой мастер. Кусок он оживил. Это тень. А эти от кого? Ну вот все, вы легли. Вот кого. А просто? Он просто вас оживил, но вы как бы сами по себе, не знаю как. Так, вот, тут мертвым ты лежишь. Голодный, холодный. О, стеклянный кинжал. Нашел круче. О май гад. Я нашел круче. Физический кинжал. Стеклянный кинжал. Ух ты. Какие-то ритуалы проводились там, насильственно, я верю. Какие же еще? Тут что-нибудь есть? Ну-ка. Ничего. Скелет. И все. Удивлен, что ничего больше так. Так. Ага, я разбойника еще не осмотрел. Просто капец. Дальше. Оп, оп. Оп. Так. Это все. Это все. Сначала смотрим сундук. Эбонитовый лук. Да. Вот это не зря сходили. Оп. Это просто кайф. Понимаете? О, да.
принципе, там уже выход. Ой. Сколько мне заняло много времени. Еще там нужно будет биться в этой... Ой, в самой этой... звезде. О. Так. Опа, 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 опа. Скоринг. О, неплохо, неплохо. Множились, блин, вот это множились просто на этих. Просто сладко. Так. Не, я пойду к этому. К эльфу, он мне ближе. Он такой мальчик. Ну и все. Этим он мне ближе. Так. Так. Давай-ка. Замерзший очаг. Своим... эбонитовым луком. Из эбонита сделал. Сохранился. Стендар, милостивый, это она, звезда Азуры. Возможно, это мой шанс все исправить. Я могу завершить начатое Мейлином так, как мы хотели с самого начала. Да? Это значит, нужно отсечь звезду от Азуры. Только черные души смогут входить в нее, когда мы закончим. Давай, сделаем это. Дай мне немного времени, чтобы исследовать звезду. Я разберусь, что делать. Столько трещин и надломов. Это настораживает. Очевидно, покинув коллегию, Мейлин стал еще безрассуднее. Невероятно. Он умудрился заточить собственную душу внутри звезды, но она... разрушается. Ей нужно все больше душ, чтобы поддерживать свое существование. Посох тайной власти. Звезда поддерживает душу Мейлина. И я не могу ничего сделать, пока внутри нее часть Мейлина. Итак, нам нужно справиться с Мейлином. Именно. Но нужно не просто изгнать Мейлина магией. Он выставил заслоны. Души могут попасть только внутрь, но не наружу. Ага. Если бы мы смогли каким-то образом отправить душу в звезду, такую, что была бы готова сразиться с Мейлином изнутри. Ты мне это не нравится, хочешь с моей душой, да? Это особый вид ловушки для души. Она поместит себя в звезду, не убивая до конца. А потом, когда ты прикончишь Мейлина, я тебя верну. Я понимаю, что тебе нужно время для подготовки. Дай знать, когда соберешься. Хорошо, оп. Ладно. Сохраняемся. Держи руки при себе. Так, что там за посох? Посох тайной власти, считаю, запишите. А, вот такой. Я могу отправить. Все. Ладно, стой неподвижно. Может быть больно. Оп, давай, я на картах. Во-первых, мне понадобится завладеть твоей душой. А теперь вдохни поглубже. О! Так. О, мои ученики прислали. Подожди. Ага. С тобой что-то не так. Ты не отправился в Мэри. Ты эксперимент закончил. Как ты смеешь бросать мне вызов? Сама смерть покорилась мне. Я плевал в глаз. Теперь это мое царство. Я слишком многим пожертвовал, чтобы кому-то его отдать. Теряем его, теряем. Меня смогут же потерять. Еще раз. Я могу. Ладно, стой неподвижно. Может быть больно. Что, кончается мёд? Во-первых, жестко. Мне понадобится завладеть твоей душой. Видели, как просто меня с одной плюхи убил. С одной плюхи. О, мой... подожди. С тобой что-то... Не стоило сюда приходить. Оп. Предметы, зелья.
Где это зелье невидимости? У меня же есть. Я выложил. Это будет тогда будет моя большая ошибка. Моя большая ошибка. Прячемся. Все хорошо, надеюсь. Прячься. Он же пишет. Он уже готов задирать мне жопу. Меня тут нету. Нихера себе. Можно, в принципе, пробовать сразу убить этого. Я могу отправить тебя в звезду. Вики. Пожалуйста, как только скажешь. Я так понимаю, Эрит опять играла в охоту на эльфа. Ладно, стой неподвижно. Это может быть больно. Это детская игра. Не стоит волноваться. Во-первых, значит, мне понадобится завладеть твоей душой. Я не хочу, чтобы а Эрит теперь играл. Так не погубишь. Так, что-то они жесткие. Подожди. С тобой. Это мое царство! Пусть руда! Потерял, но сейчас он меня убьет. Так, мне уже лечили. Неплохо, неплохо. Нет, они будут ходить такие. Так, а что в ней есть? Все, меня потеряли. Я смог найти лазейку. Я смог. Так. Пусть руда! Не-не-не, я понял. Бордский боевой молот. Один здесь. Так, физики нет, стеклянный кинжал. Типа пока тут я стою один на. Да. В принципе, жестко. Застрял. Нормально, нормально, иди сюда. Я так проберусь к вашему главарю. Ну и на изи. Я пробрался к нему. Меня это радует. Но как убить его? Так, что там у тебя есть? Что это было? Оп. Хватит! Я стою! О! Он послабее их будет. Заклинание Мейлина разрушено. О. Держись. Я вытащу оттуда твою душу. Крепись. Вот так-то лучше. О, все
красная попочка в моих руках. На, говно. Отшлёпывать. Ух, вот это стелс, понимаете? Полегче. Дело сделано. Да. Звезда отрезана от Азуры, и душа Мейлина познала, наконец, подобие покоя. Можно и с картов встать. Пусть и в небытии. Что теперь можно делать с ней? Если она в порядке, она моя. Конечно. Возьми ее себе. Я хочу оставить прошлое в прошлом. Мои поздравления. Тебе удалось изменить первый эдрического артефакта и выжить. Ты с коллеги? Нет. Боги, давно уже нет. О, да. Я уехал из Винтерхолда на несколько лет, а когда вернулся, то поселился в таверне. Это мы узнаем потом, потому что это не главное. Всем пока, с вами был Мирук. Заканчиваем это превосходно. Мы получили. Я готов. Я просто... Сигнал, я морально удовлетворен. О, это было жестко, но мы получили. На легендарном реально довольно-таки сложно было. Блин, если бы не скрытость, то все, конец. Всем пока.